Мам, а я без косметики нормально сегодня? Мам! О, всем привет! Как у вас дела? Смотрите, какой мне вчера букетик подарили, красивый. Сейчас я вам покажу. Вот. Красивый букетик. Солнечный привет. Блин, я так хочу в Питер. Я просто мечтаю в Питер приехать. Вот, поэтому привет, привет, мои дорогие. Привет. Ольга, деточка. Привет, моя хорошая. Вчера, короче, у меня был такой сложный день, вы даже себе не представляете. Я, значит, поехала утром на съемки в спортзал. Скоро выходит передача моя там про красоту, про поддержание фигуры, как раз про то, что вы меня спрашивали. А после поехала на Дом-2, думала, все будет спокойно. Наивная моя душа, я, видимо, так отвыкла от этого Дома-2 уже. Ой, приехала я на этот Дом-2. И такая жесткая передача была, ну, выйдет. Я думаю, что вы просто будете в шоке, если честно. Желаю тебе выздоровления. Вы шутите, я без косметики и с утра отекшая. Я только встала, потому что в 6 утра легла. Как ты держишь фигуру? Ну, вот мой завтрак. Прямо от этой. Завтрак со стола. Вот. Я вот это вот все съела. На этом все закончилось. Полпачки творога. Ростов-на-Дону, в Питер, да, давай. А, кстати, может быть, приеду, но вначале я полечу в Нижний. Не полечу, а поеду в Нижний Новгород. Потому что я обещала помочь Кристине. Калининград. Лучше без косметики. Завтра, кстати, я буду красить волосы. Могу выйти в прямой эфир и все вам показать, чем меня будут красить. Ольга, деточка, я тебя жду. Я знаю, что меня ждешь. Творог 0,1%. Мама где? Сейчас. Мама где-то ходит. Мама! Мама, короче, где-то ходит. Привет, привет, привет. Что со сбором? Собрали уже много. Осталось еще немножко, и они вылетают. Я жду, не дождусь этого момента. Семгу можно? Можно. Можно дорадо. Но лучше дорадо есть на пару. Либо сибас, либо отварную. На ужин вчера съела семгу свежую, тартар. Почему такой беспорядок на столе? Потому что у меня всегда такой беспорядок. Я люблю творческий беспорядок, я не люблю, когда все идеально. Так, что с носом? Да, с носом не обидно. Вчера помогла, там не проявится. А, Семку малосольную, конечно, можно. Да, я тебе напишу в WhatsApp обязательно. Подрался кто? Захар подрался. Жесть была полнейшая. Захар с Захаришом. Хотя я думала, что Захар подерется с Ваней Барзиковым. Привет с Кемерово. Сколько раз в день я кушаю? Я ем. Вчера ела один раз. Мам, я отекшая, все говорят. Хорошо. Опять. Мам. Здрасте всем. А ты мне сказал, что хорошо выгляжу. Очень хорошо. Очень хорошо. Видно, только что ты делаешь. Так, ну, ты позавтракала, Маша? Все, ты завтракала? Все, да, Маша? Мамулю в студию. Иди, мамуль, скажи, пожалуйста. Все, а что ты начала делать? А я посуду помою. Зачем, мамуль? Не люблю. Садись. На кого я похожа, как вы думаете, в этой майке? Это внук, когда меня увидел, говорит, бабуль, ты как пчела. Кстати, да, мамин внук так и сказал. А мама очень хорошая. Да. Какой у тебя вес? Ой, я поправилась сейчас очень сильно. Да, мам? Нет. Подожди, давай будем честными. Маш, значит, послушайте. Не надо вообще даже про вес говорить. И вот она зря говорит. Когда дальше, каждая тогда девочка будет думать, что она что-то вдруг поправилась. Маш, ты нормальная. Поняла?
Мало весить нельзя. Я, кстати, только проснулась, это реально так и есть. Мало весить Мама, нельзя. У тебя замечательная. Маме идут футболки и брюки. Да, из шахты правда. Привет. А... Рома... А, Рома на поляне, да, он еще в понедельник просто вернулся. Поздоровайся. Поздоровайся, тебя тоже любят все. Поздоровайся. Вовочка, сына. Поздоровайся. У него такой характер, конечно, жесткий. У него очень хороший, он такой хороший. Смотрите сейчас, как он сделает. Смотрите. А, вы меня спрашивали, какой хлеб можно есть. Сейчас я вам покажу. Маша, он лег. Смотрите, как он лежит и ручку любит. Вот, делает. Смотрите. Я покупаю в Азбуке вкуса. Цельнозерновой, бездрожжевой, с семечками. Поняли? Мам, ты знаешь, что завтра меня Сюзанна будет красить? Да? Да, приедет ко мне. Ой, у нее такая сестренка хорошая, я их смотрю все время. У нее сторис. А, какие замечательные. Спасибо большое. Знаете, а я вчера тоже... Как была... ты относишься к Черно? Честно? Я считаю, что при тех возможностях, которые ей давал проект, она, конечно, дура. Ну, Маша, так но, не... Ну, как бы, я это говорю не она... со злобой. Нет, когда очень напрягает человека... Но она сидит и ест ночью макароны с майонезом. Я себе такого в жизни не позволяла. Значит, она просто не это может. Что за бред? Вы она что? Не может, она не может. Может, у нее... Маш, реально, если человека все время ограничивать, он начинает есть... Маня, тебе уже 30, где дети? Да, 50. Мне, во-первых, не 30, мне да. еще 3 года до 30, но это не так важно. Но дети, это же не собака. Даже собаку-то завести многие думают очень долго. Как Бог даст, люди, да. как Бог даст. Мам, мне все кажется, что я опять отекла. Отекла? Ну, вот понимаешь, может быть, есть немножко, а ты сделай наверху булечку. Зачем? Вот, не будет. Нет, во-первых, это обычно бывает в период, когда вот вода застаивается. О, у Майи скоро свадьба. У Майи, Лёша, скоро свадьба. Ну, я что-то расстроилась. Да, Гриценко на поляне, что Майю номинировали. Я что-то не поняла, почему это произошло. Потому что я считаю, что там столько ребят, которые вообще недостойны там находиться. Вот. А у Майи свадьба. Будет, Леша уже оформил документы в конце ноября. Не, мочегонку мне нельзя пить как раз-таки. Ни в коем случае. Потому что я была вчера, позавчера у врача, у гинеколога своего. И она мне сказала, что ни в коем случае нельзя пить мочегонку, особенно мне. Скажи, после почему? Болезни, потому что она вымывает все полезные вещества. Вот, вот единственное, что можно, это вот это пить. Это вообще, блин, этого нет. То есть это не мочегонное, а это как бы добавки такие. Поэтому их можно пить, Эленалис. Да я знаю, мне кажется, у меня я текла, потому что у меня дни должны начаться. Вот. Что это такое? Выпей, железо тебе надо выпить. Платьице красиво. Мама, откуда это платье, кстати? Мне так оно нравится. Тристан, тебе. Спасибо большое. Нет, Тристан. А, еще железо. Да, кстати, забыла. Короче, мне навыписывали витаминов, сказали, что... Железо. А, ногти сняла! Ногти сняла, блин! У меня завтра в ночном клубе концерт, я вас всех жду. Пойду сейчас заниматься. Ты просто устала очень и съезди на природу. Кстати, да, это вот я не скрою. Я очень устала. Я безумно устала, потому что у меня постоянно были съемки с утра до ночи. Курить бросила, честно скажу. Сама расстроена тем, что бросила. Вот, ну ладно. Каштановый цвет, да, пошел бы. Ира вместе с Саймоном, вместе. Вчера я видела их. Обнимались, целовались. Ира довольная, вроде как. Так что все хорошо на проекте. Я бы с удовольствием попала на твой концерт. Но, я знаю, но ты в Питере. Но в Питере у меня тоже будет концерт в ближайшее время. Волгоград, город-герой, привет, мои родные. Теперь не будешь удалять теплые кофе. Блин, да, я удалила вчера. Сюзанночка, да, ко мне. Не переживай. Майя курит? Майя, по-моему, да. Что у Грица с Бузовой? Ничего.
Ничего не будет. Ничего. Играл, Чема? Поигралась и все. Не, ну Бузову это понятно. Ей это для пиара нужно было. Вот не надо. Для чего? Мама, у тебя курочка на сетке, все около тебя крутится. Только блонд, Машуль. Концерт будет в ночном клубе завтра. Мань, из дома не выезжаю вообще. Да знаю я. Витамины какие пьешь? Ой, мне выписывали вчера дофига витаминов. Сказали, что у меня на нуле железо. То, что мне не хватает витамина D. Что у Сергея девушки закупали? Я не знаю, кто это. Купин с Ильяной переписывался. Оказывается, это она ему написала. Поэтому у Майи с Лешей все шикарно. Номинировали Майю с Лешей. Мамуле огромный привет. Спасибо. Поэтому набрала, что курить бросила. Ну, не знаю. Так это про меня говорили, что сейчас, говорю, что я набрала, потому что я курить бросила. Да. Как ты думаешь, Саймон серьезно относится к Ире? Думаю, что да. Я вчера на него смотрела, он очень счастливый был. Ира какая-то все равно пустоватая. Наверное, после расставания со своим бывшим еще не отошла. Вы замечательно, люблю вас. Мы тебя тоже очень любим, Оленька. Как дела со штрихом? Ой, слушайте, вы до сих пор помните меня и штриха, ну, в паре, это, конечно... Ну, кстати, знаете, что я вчера подумала, когда я пришла на ток-шоу? Вот, как бы я не относилась там к Лере, да? Когда пришла Лера, я пришла, у меня было твердое ощущение того, что, конечно, если мы были на проекте, даже я с Андреем парой и... Лера с Захаром, то это, конечно, было бы очень круто, потому что мы очень яркие и мы очень сильные, и это всегда было как минимум интересно и содержательно. А сейчас на проекте личности практически нет. Не слушай никого, это прекрасно. Спасибо. Маша, ты вот сейчас понимаешь, что говоришь? Личности нет. Там находятся три подруги. Нет, но я не имею в виду Майю Лешу, извини, Марину Рому. А. Все, больше там никого нет. Ну, Саймон. Саймон. Все. Все. Ну, больше для меня там никого нет. Может, Захар. Рома Гриценко. Ну, мам, это больше Захара Гриценко для красоты. Давай будем честными. Ну, это тоже приятно смотреть. Чем отличается аутогенные тренировки от медитации? Аутогенные тренировки – это когда ты себя вводишь в самогипноз и что-то внушаешь. А медитация – это больше на дыхание, на релаксацию. А, как бросила курить? Просто я решила, что это вредно. Машуль, у вас мамы чудесные. А, Пинчук бортанул Никиту, конечно, с Саймоном. О, Кострома, привет, привет, привет. А Саймон, у Кадони есть девушка? Ну, это тайна, покрытая мраком. Вы меня спрашиваете про Кадони, мне вообще все равно. Что у девушки за болезнь? У нее анорексия нервная, к сожалению. О, Олеся Клочко, привет, моя красавица. Ой. Слушай, я так за тебя счастлива, доча моя. Я тоже скажу, Олесь, и я тоже за тебя так рада, так хорошо, когда... Я одно время смотрела, говорю, мам, Маш, что-то, говорю, с Олесей вот не то. Да, да, мама мне говорила. Я ей сразу сказала, говорю, что-то не то, что-то она не очень там, что-то... А потом, когда увидела, думаю, ой, какое счастье. Слушай, Олеся, за тебя так счастлива. Ой, мы так это рады. Самое главное, пожалуйста. Ребёнок, я вчера бежала на съемку, и я реально такая была злая из-за того, что тебе пишут какую-то хуйню. Извини меня за выражение. Нет, я не могу не сказать. Пожалуйста, никого не слушай. Будь счастлива, что у тебя есть ребенок. Даже если бы я от кого-то залетела, и... честно, я была бы молодец, рада этому. Молодец, что никому не показывала вот до этого времени. Мы я тебя молодец. Тоже обожаем, Олесенька. Ты красавица. Да, ты умница. Молодец. И ты знаешь, насколько сильно я тебя люблю. Молодец. Вы помните Олесю Клочко? Она с проекта. Вот, я с ней очень дружу, она замечательная девочка. Пожалуйста, не пишите ничего плохого, она беременная. И это очень некрасиво со стороны тех, кто пишет гадости какие-то. Маша, это же не в твоем аккаунте, не пишут же они. Нет, ну я просто прошу по-человечески, вот и все. Да. Не перебивай маму. Хорошо, я не буду. На душе прям тепло. Олесенька, моя красавица, дочь моя. А, что делать, если начать контролировать количество еды? Так. Ну, вообще, я бы посоветовала брать тарелку, класть на вес грамм 80 еды и понимать, что больше ничего есть нельзя. Лучше через час попей воды. Вот. А то сейчас начнут ограничивать себя. Ну, если честно, я считаю...
Ты можешь помолчать? С чего ты говоришь, что все заболеют? У тебя там стыд, что ли? Я говорю, не дай Бог. А кто заболеет? Это редко кто заболевает анорексией, мама. А что у Алисы? Алисенька беременная. Беременная, у нее 5 месяцев. Перестань перебивать маму. Маме привет от меня. Хорошо. Ты такая милая, вся домашняя. Да, я такая. В какой будешь краситься? Белый. Опять обратно в белый. Какой объем ресниц? Сколько? Так, объем ресниц у меня. Я написала, у меня пост. Можете написать моему мастеру, где с бабочками. Тройной объем, длина от 9 до 13. Ты такая красивая, очень изменилась. Ну, вам виднее. Олеся, это которая с Вальтером была? Нет, Олеся Клочко с Дома 2. Красавица такая, черная. Маша, мама, не перебивай Машу, Машу, не перебивай маму. Туркмения. Мам, где Туркмения? А? Туркмения. Ну, как где? Я забыла. Это бывшая СНГ нашего СНГ, помнишь, республики. Вот это Туркмения. Рапунцель шли. Ребят, ну, вот вы скажите честно. Вот вы сейчас прикольнуться решили. Вот просто ответьте мне, пожалуйста, когда спрашиваете, ушли ли Рапунцели. Рапунцели только вперед ногами оттуда вынесут. Давайте будем честными. Никогда они оттуда не уйдут. Похорошела красотка. Папа. Папе вчера орден вручили орден папе. За заслуги. Я не кричу на маму, я просто такая эмоциональная. Вот. Привет из консерватории. А кто мне передает привет из консерватории? Маша, сегодня, кстати, концерт 7 числа. Вика, привет, родная моя. Челиста вот этого, Анна Зоряна в этом, в МГУ, в Аптекарском городе. Сегодня его концерт, виолончелист. 7 число ведь. А что она не позвала? Ну, не знаю. Я прочитала случайно. Было видно, что с Пиваковым фотографии. Блин, а я бы сегодня точно пошла в Аптекарский городок. Папа лучше с семьей бы был. Согласна. Тут не поспорю. Это трагедия. Обожаю тебя. Потому что лучше, тому кто-то. Не, ну папа выбрал свой путь, я его не осуждаю. Маш, из Беларуси привет. Привет, мои родные. Как Кристина? Кристина, сколько Рапунцель лет? Алене 20, а Оле, наверное, 35. Машуль, ты такая красивая. Спасибо большое. Очень. Блин, а почему же он меня не позвал? Он же меня всегда зовет обычно. Может, я мне что-то сказала. Что делать, если получается никак наесться? Ну, я не знаю, как ответить на этот гулять. Вопрос. Если поесть, иди сразу гулять, скажи. Ты моя красотка. Не, может быть, ей 30. Я не вдаюсь в подробности. У меня вообще все равно. Но на вид 35, я подумала. Как Кристина. С Кристиной сейчас буду созваниваться. Мама, большой привет. Мам. Спасибо. Нет, конечно, я не купила квартиру сама в Москве. У самой бы у меня не хватило денег. Только если бы я имела какого-то богатого папика. А поскольку я никогда его не имела, то сама я бы не могла купить квартиру. Давайте будем честными. Моей дочери 3 не пропускают ни один эфир. Очень приятно. Школу закончила в Самаре или в Москве? Гимназию английскую закончила в Самаре. С папой нет, не живу уже давно. Тебе на вид вообще 40. Ну, или так. Я нормально к этому отношусь. Жалко Алену очень. Как думаешь, Ебаров будет с ней? Думаю, что будет. Ты веришь в экстрасенсов? Которые на битве экстрасенсов нет. А так, я думаю, что талантливые люди однозначно есть, у которых есть способности. На все 100, конечно, верить никому нельзя, потому что нужно верить только себе. Но мне нравятся те люди, которые, я не буду называть имен, очень известные. Например, говорят тебе какие-то вещи плохие и пытаются тебя зациклить, а потом говорят, что могут тебе помочь. Нет, неправда, что эта девочка перечислила Кристине 80 тысяч. Если бы она ее перечислила, то уже сегодня они бы вылетели на лечение, и я бы уже сегодня поехала. Кто выиграет «Человек года»? Какой сценарий? Я не знаю, кто выиграет. Хогвартс закончила. Ну да, конечно. Рита с Ебаровым жесть. Ну, я не одобряю
вообще, в принципе, мягко сказать, Илью, я не вправе никого осуждать, но просто пятый ребенок просто на уши навешал лапшу 20-летней девочке Оле, блин, Алене, которая реально ему поверила, и бросил ее. Просто ради проекта все. На какой станции метро живешь? На Щукинской. Мама что делает? Мама готовит мне обед. Потрясающий обед. Позже я вам покажу, какой. Да? Да. А что, нет? Ну, да. Маша, ты летишь с Кристиной, конечно. Маша, я хочу к вам в гости. Очень-очень, вы такие классные. Где твой кавалер? Я сама не знаю. Я сама не знаю. Знала бы я. Я, по-моему, его первую показала. А что, у Ильи есть еще дети? Да. К счастью или к сожалению. Вы у меня такие сердечные и добрые. Да, деточка, мы у тебя сердечные и добрые. Сахар остался на проекте, да. Ты сидишь, мама готовит. Да, у нас, я считаю, что это нормально, что мама тебе может приготовить обед или ужин. Это вообще нормально. Я тебе скажу. Знаете что? Я, дело в том, что я прожила всю жизнь с мамой. Вот у нас семья была, и мамочка со мной жила. Ну, царствие небесное. И вот мама всегда мне помогала. Я подумала, вот даже я приду с работы, а мама говорит, а Моль, тебе картошечки сделать жареные, картошечку пожарить. Она пельмени делала, картошку. И вот прям вот, причем я любила очень книги читать за столом. Вот я почитаю и сажусь, а мама говорит, ну не буду тебе, Оленька, мешать. И уходила. Вы знаете, вот святой человек был. Вот. И поэтому, почему не помочь дочке, если мне это не составляет вот никакого труда? Надо мне будет, я буду заниматься. Дело в том, что вот в моем сейчас возрасте, почему-то, я думаю, раньше посуду не могла мыть. А сейчас, а что такого посуду помыть? Вроде встанешь, помоешь, и мне это не трудно. Абсолютно. Поэтому я помогаю, я с удовольствием это делаю. Ну, понятно, как мне повезло, да? Ты классный, настоящий, жду твоего мужчину. У тебя мама золото, вот согласна, все 100%. Мудрая мамочка. Плохие комментарии, да, не буду читать. У тебя голос противный. Ну, блин, какой есть. Приветик, Машуле, как у тебя дела? Все хорошо. На битве экстрасенсов сплошной обман. Я не знаю, но... Я не знаю, но это же шоу. Мало что там может быть. Да. Молодец, что не перебила ее хоть раз. Ладно, я вас буду слушаться. Почему Либерж не оставили ведущие? Ну, потому что... Это же... Ну, я думаю, что этот вопрос нужно задавать к продюсерам Дома-2. Продюсерам Дома-2, а не мне явно. Потому что я же не знаю, у них свое видение того, кто должен быть ведущим. Все всегда выбирают команду на, ну, под себя, как-то она формируется, кто-то приживается, как в любом коллективе и на любой работе, кто-то нет. Это нормально, ребяточки мои родные. Вот. То есть я считаю, что с Ефременниковой дружишь? Ну, нет, не дружу, но мы иногда общаемся. Сейчас вообще не хочется помогать детям. Не все родители помогают. Я считаю, что это неправильно, потому что мало кто в жизни, очень мало когда так с дочкой дружит. Спасибо, Олесенька, да. Я безумно люблю маму и желаю, чтобы у тебя с ребенком были такие же отношения, как у меня с мамой. Вот. Нос не дышит, да, потому что я... У меня с детства аденоиды, которые я не стала удалять. Родители, не точнее, испугались и не стали удалять. Ты прочитала... мама и дочь вместе живут, почему-то мама не может приготовить для дочки. Это для мамы радость. Да, ну, тем более, да, когда я еще так болела и не ела столько времени, для нее радость, что я ем вообще. У вас кота нет, но еще кота нам не хватало. Честно, я не собачница, а не кошатница. То есть я безумно люблю кошек, но больше мне по душе собаки. Захар вернется в понедельник на проект по эфирам. Вот. Выкладывать в что вкладывалось, кэшбэр, нет. Это привет, Омск. Омск, привет, мои родные. Маме нужны внуки. Маме нужны внуки. Но у нее их есть. Маш, как ты думаешь, наверное, сами что-нибудь получится? Думаю, что однозначно получится. Что у вас с Андреем случилось? Все же хорошо было, красивая пара. Ну, я сама... Ладно, молчу. Короче, он выбрал просто жизнь по лайту. Вот это все. Но это его путь, и я его не осуждаю, это нормально.
Он вместо отношений выбрал жизнь для себя, для карьеры, хотя при желании можно все совмещать. Но это нормально. А, нет, Захар обратно вернули. Маша, когда ты выйдешь замуж? Ну, я думаю, что это самый... Нет, я не буду говорить ничего плохого, но это глупый вопрос. Потому что, ну, так можно любую спросить, когда ты выйдешь замуж, когда родишь. Ну, что на это ответить? Вот что? Я вот реально не знаю, как на эти вопросы отвечать. Маш, почему ты не рожаешь? Ну, блядь, у меня проблемы со здоровьем после болезни. И поэтому я не могу забеременеть. Что еще? Давайте я честно вам скажу. Почему я замуж не выхожу? Потому что меня не берут. Точнее, нет того человека, за которого бы я хотела, который бы мне предложил. Ну, просто жесть. А что за девочка должна была скинуть? А, так это вчера девочка в эфире просто пиздела, что она скинула 80 тысяч. Такой бред. Мам, скажи пару слов, пожалуйста. Просто вот радуйся. Ну, скажи что-нибудь. Букетик, пожалуйста. Букетик тебе подарили вчера. Покажи. Да. Это тебе подарили, вообще-то сказала. А зачем ты пакет поставила? Я в пакет, чтобы... Это уродство. Это такое уродство, я прям не могу. Вот, смотрите. Ну как? Красота? Красота – страшная сила. Привет, мамочка твоя классная. Мама, тебе, вот тебе всегда все хорошее говорят. Нет, спасибо. Это наша. Потому что они уважают возраст. Мам, сколько тебе лет? Спрашивают. Мама, люблю вас безумно. Шикарный. Сколько тебе лет? 67. 67. Вы с мамой красотки. Ну, не, ну вы же сказали, что я отекшая. У меня теперь комплексы на весь день. Давай, ты под... Вот смотри, вот давай меня поближе, а себя подальше. Тогда я отекшая. Не надо, я так не хочу. Ну, ладно. Машуль, у тебя пост про невоз. Ты лучше любого психолога. Слушайте, я знаю все. Я изучала психологию 7 лет, и я скоро буду проводить тренинги бесплатные. Да. Чуть позже. Я решила заниматься вообще благотворительной деятельностью, помогать людям. И я вообще другой человек стала. Сейчас с Ксюшей Бородиной так хорошо пообщались. Короче, ладно. Планируешь вернуться на проект? Пожалуйста, прочитай привет из Питера. Девочки, мои дорогие, не слушайте никого. У вас все очень хорошо, и это не обсуждается. А почему ты матом ругаешься? Потому что у меня, блядь, иногда нет других слов. Ну, честно, просто обидно, когда ты выходишь в эфир утром просто для того, чтобы всем пожелать хорошего дня, кто хочет, да? Ну, кто выходит в эфир, хоть там один человек будет, не все равно. А тебе на это там 1000 комментариев что-то опухшее. Потом ты вынуждена краситься тонной косметикой, чтобы выглядеть хорошо, а тебе говорят, что вся в макияже. Потом 500 вопросов, а почему ты не замужем? Начинаешь думать, блин, а почему реально не замужем? Такая, значит, хуёвая, а почему детей нет, тебе уже 40? А выглядишь ты на 50, и вот это вот мой прямой эфир. Ну, это вот, ну, я не знаю, что сказать. Потом еще пишет, блин, она же собирает деньги не Кристине, а себе на очередной отдых. А что, она не может перечислить 40? Ну, нет, вообще, ребят, давайте так. Я могу перечислять каждому по 40. Ну, да, у меня будут, наверное, деньги перечислить многим по 40 тысяч, да, при этом потом сосать. Ой, да, и я вообще никому не смогу помочь. То есть у меня какая миссия? К тем, кто болен очень сильно, да, там находится на грани жизни и смерти, как Кристина, да, помочь собрать и помочь там, ну, не одному человеку, даст Бог, да, чтобы была возможность. Просто мне бесят люди, которые... Не бесят, а мне не... Ну... Просто когда люди такие вещи пишут, это очень страшно. Вот и все. Ладно, не буду ничего говорить. Не расстраивайся, пожалуйста. Хорошо. Я просто хочу быть доброй. Я хочу на позитиве общаться со всеми и никому ничего плохого не говорить, потому что мне не хочется. Вчера кто-то писал, что скинул 8 штук. Да нет, это правда, неправда. Вот, это просто написали. Если бы Кристине скинули, она бы сегодня улетела на лечение. Может, очень восприимчивая. Да, так и есть. Я, к сожалению, и к счастью, восприимчивая. Сколько детей у брата? Передай привет Ване. Вань, по тебе дочка и жена скучают. Почему ты так не уверена в себе? Пусть они помогут хоть одному человеку. Передай привет. Регина, привет. Маша, ты зайка. Спасибо. Не обращай внимания, Маша. Ладно, не буду обращать внимания. Мам, что ты делаешь, мам? Давай, не надо. Я плиту скребу. Пенза, привет. Короче, сейчас я буду заниматься на скрипке. Да. Вот, вы видите?
Я ногти сняла, сейчас буду играть. Вот. Есть ли в Питере онкологические клиники? Есть. Маша, ты хорошеешь. Спасибо тебе большое, Вика. Я очень рада. А Горисенко вернули на поляну? Да, вернули на поляну. Хейтер завидует тебе. Маруся, ты найдешь своего единственного. Мам, ну не надо, я не могу, у меня ногти сняли. Ой. Мама. Я поняла, я забыла. Мама, я просто не могу качество салфеток бумажных, они сразу все болит. Маша красавица. Сыграй на скрипке. У меня завтра концерт. Приходите, пожалуйста, все в ночной клуб. Сейчас она только начнет заниматься же. Просто. Приходите все в ночной клуб. И вас всех буду ждать. Обязательно. Привет, Машуля, и твоему Оле. Спасибо большое. Как твою маму зовут? Оленька. Ты воистину светлый человек. Я сейчас не буду играть, потому что буду заниматься, репетировать. Из-за того, что я давно не играла, с ногтями была. Вот. А потом я обязательно вам сыграю, потому что у меня много вещей красивых. Привет из Латвии. Латвия, привет, мои родные. Машуля, вы с мамой. Какие планы сегодня? Планы, я буду заниматься целый день, и вечером я ухожу на съемки. Кочервей, дружите? Нет, не дружим, потому что она целовалась с Андреем, когда мы были с ним в отношениях. А я была в Турции, мне это было крайне неприятно, потому что до этого она подходила ко мне, обнимала и говорила, что я ее подруга, и я офигенная. В каком клубе? Читайте пост. Завтра в час ночи я выступаю в ночном клубе. С диджеями будет круто и очень интересно, я думаю. Так что приходите все, кто из Москвы. Николь из Белоруссии, привет, передай. Кочервей, ну, не буду говорить. Езжай на природу. Да, я очень хочу на природу поехать. Очень, очень хочу реально съездить. Регине, привет. Что за съемки у тебя? Я вам все всегда показываю, где у меня съемки и с кем. Николь Минзер, привет. Когда с Мэри виделась? На ток-шоу в понедельник, на прошлое, когда пришли... у мамы отчество Дмитриевна. Когда пришли на приход. Приход был, кстати, очень интересный. Привет из Тольятти, Тольятти, родные, привет, как у вас погода? Мама, скажи два слова. Привет, Тольятти. Это рядом с Самарой. Я там была множество раз, несчетное количество раз. Да. Короче, ладно, ребят, я вас очень люблю. Мам, хочешь поговорить? Про атаки расскажу, она поговорит 3 минуты. Нет, нет, зачем? Я 3 минуты поговори, я сейчас приду, мне плохо. А чего ты? Мне очень плохо. Она на минуточку ушла. Как погода? Да, ладно, нам надо так. Мы все смотрели и тоже жарить шашлык. А, с мамой. Молодцы, тоже жарят. Привет из Казахстана. Казахстану привет. Вы знаете, я так не могу быстро. Сколько? Маш, сколько ты весишь? Спрашивают. 54-55. Брянску большой привет. Челябинску привет. Ага, у меня подруга в Самаре живет. Очень хорошо. Лично мне, как триандафилиде, ну, у каждого свои привязанности. Я люблю Марину Африканту, Маю. Вот, про них могу сказать. Они мне нравятся. А про других? Так, как вы, мама Оля? Да ничего, с Киева привет. Приветик и вам приветик. Спасибо. Кемерово, да. Ольга, вы супер. Спасибо большое. Где ваша собачка? Вова, иди ко мне. Иди ко мне, малыш. Иди покажемся. Вот он, мой красавчик, смотрите, во. Вот. Ну, он просто замечательный такой. Барбосин, ну, он, видите, как оброс у нас такой большой стал. Так, привет, привет, привет. Спасибо, и вам спасибо. Да, позитивные девочки. Привет из Туркменистана. Всем туркменам привет. Маша, ну зачем? С Украины. И вам привет, подсолнышки. Ой, замечательные подсолнухи. Давай, Машуль. Давай. Так, ладно. Я вас очень люблю всех. Маш, давай покажем, как Вова делает. Во, смотри. Дай, смотри, смотри. Во, ложись, полежи. Ну, ложись. Вот. И он ложится ко мне, брёк и ручку прячет. Короче, ладно, я вас всех люблю, целую. Мы пошли заниматься.
О, всем привет. Я просто не показывала то, что ловила интернет. Сейчас наконец-то показала. Не сплю. Сегодня весь день занималась на скрипке. Решала вопрос с Кристиной, с отъездом в Нижний Новгород, наконец-то. Жду не дождусь этого момента. Совсем забросила пока свою историю, потому что не до этого. Очень хожу в зал, в спортзал хожу, с тренером занимаюсь. Вот. И хочу сказать всем, кто спрашивал про... Ну, сейчас я просто вышла, чтобы сказать это тем, у кого проблемы есть. Вот. Кто меня спрашивал про панические атаки, про неврозы навязчивых состояний, про деперсонализации, дереализации. Я еду в среду в Нижний Новгород. Вот. Кстати, если кто-то ездит на машине, заберите меня, пожалуйста, с собой. Вот. Я с удовольствием с вами поеду. В среду еду в Нижний Новгород к врачу, к своему, у которого я лечилась от нервной анорексии. И оттуда я выйду для тех, опять же, буду устраивать прямые эфиры, кто страдает такими проблемами. Я знаю, что таких людей очень много. И буду показывать, как он лечит. И включать эфиры с его аутогенных тренировок, как он учит входить в них, как учит погружать себя в состояние гипноза. Так что в среду я буду уже в Нижнем Новгороде, в отеле, в общем, чуть позже вам скажу, в каком. Я нервничаю, что ты не отвечаешь. Я отвечаю. А Захар остался на проекте. Будет через неделю очень-очень-очень-очень жесткий эфир. Вот. Привет, станица. Очень, мне его очень жалко. Лера себя вела настолько жестко, что мне стало очень страшно. Кто из ведущих Дом 2 тебе больше всего нравится? Ну, мне очень нравится Оля Орлова. Она меня поддерживала безумно. Ксюша Бородина. Я только вернулась из Нижнего. Хорошо. Удобно ходить с ресничками? Да. Стоит однозначно. Деточка, родная моя. Мы все с тобой не успеваем пообщаться по видеосвязи. Очень удобно. Потому что я вот сейчас нисколько не накрашенная. И видите, они как смотрятся хорошо. Машуль, ты красоточка. Спасибо большое. Рома на поляне. Пинчук с Саймоном. Вчера была на ток-шоу. Она с ним. Так что у них все очень-очень хорошо. Сколько лечится? Через сколько ждать улучшения здоровья? Лечится неделю курс, потом все идет постепенно. Когда я от него уезжала, я думала, что ничего не изменилось и что я не выздоровела. Но потом все. Мужу Леону привет. Потом все пошло на поправку. Завтра выходите ко мне в прямой эфир, я покажу, чем мне красят волосы, как, какой краской. Я специально буду краситься дома, чтобы не нервничать и спокойно все рассказать. Да, я никуда не поеду, потому что завтра у меня в ночном клубе, знаю, Оль, знаю, родная, потому что завтра у меня в ночном клубе концерт, я сольно играю в Москве, сняла все ногти, сегодня занималась 8 часов подряд, поэтому я сейчас лягу спать, еще вела очень важные переговоры, так как я открываю фонд помощи больным людям. Буду волонтером в хосписах, хотя морально мне все очень сложно, но я буду стараться. Маня, ты очень добрая. Завтра узнаете, в какой цвет. Надеюсь, что вам понравится, что вы оцените, мои родные. Хотела вам показать, какие я купила себе зимние парки, но у меня нет никаких сил, клянусь. Хотела показать, какие у меня костюмчики спортивные. Тоже ничего не могу показать, нет сил. Завтра все покажу вам в сторис. Маша, ответь директ. Хорошо. Прошел симптом, дереал, конечно. Деперсонализация, дереализация, все прошло. Объем ресниц тройной у меня. Вот он. Волосы не сгорали от краски? Сгорали. Один пидор мне спалил все волосы. Мамулечка, котенок, дай мне зарядку, у меня 0%. О, массаж Строгино. Я хотела к вам прийти. У Купина, да, было общение с Лианой.
Она ему писала стихи. Меня это крайне насторожило. Вот, ну, наверное, все-таки это все делалось больше для шоу, так как Алиана не в отношениях. Купин никогда не давал повода. Более того, он оформил документы, и скоро с Майей у них свадьба, где я буду свидетельницей. Мамулику привет, Оленька, спасибо тебе, родная. У нас сколько времени? 12:01. Привет, привет, привет. Мамочка, вот она. Я зарядку просила принести. Кстати, мой ужин для тех, кто спрашивал. И он же единственная еда за день практически. Нежный творожок Савушкин, 1%, ой, 0%. И сахарозаменитель Фит-Парад. Мамуль, ты не хотела бы поздороваться очень, с всеми? Сейчас, как-то секунду. Ты игнорируешь всех. Маш, ты зачем? Ты так говоришь плохо. Да шучу, ну как бы, поздоровайся. На никто не подумает, все знают, какой ты человек потрясающий. Как дела? Вот я. Дела хорошо. Очень много съемок. Вот. Несказанно сегодня рада тому факту, что Кристине собрали деньги на лечение, и что в итоге доктор отказался брать с нее деньги, и нам хватает ей на перелет, на проживание, на питание, на все. Мамочка, как на личном, Маш? Мам, как у меня на личном? Вот скажи честно. Ты же мама, ты же никогда не скажешь неправду. А? Сядь, пожалуйста, мама. Вот знаете, как я говорю? Мама, ну сядь. Ну, пожалуйста. Ну сядь. Смотрите, какую маме тунику с Мальдив привезла. Сейчас я вам покажу. Смотрите, с Мальдив я какую маме тунику привезла. Вы сейчас обалдите. Это не туника, это платье. Да, мамуль, отойди, пожалуйста, я тебе покажу. Во-первых, это туника, а во-вторых, ее видели уже у меня. Я уже была в ней. Иди к нам. Иди к нам. Хорошо, сейчас. Ну, садись. Ребят, мы не будем обсуждать врача, он гений, поэтому... Ой, вообще не надо даже, да. Расскажите про историю Кристины, почему она к этому пришла. Кристина мне написала, потому что, знаете... Вовочка, подожди, в общем, психологию людей, нет, которые болеют, никогда не объяснить здоровым людям. Да мой хороший, хороший. Вот, Кристиночка... Мам, можно я расскажу? Ну, давай. Кристиночка заболела нервной анорексией, никому не доверяла в лечении, ни в чем. А я для нее как бы пример, потому что я начала писать свою историю, и она мне написала. Я решила ей помочь, потому что я подумала, что моя миссия – это помогать людям в жизни. Да это очень важно даже одному, вот если Кристину, я прям болею так за нее, и так хочу, чтобы она выздоровела. И все, просто выкинь, сделай. Вовочка, уйди отсюда. Комментарий про Кристину оставила под постом. Комментарий просто Кристина оставила под постом Маши. Я не видела комментарий, если честно, потому что я очень сегодня устала. И я весь день общалась с врачом посиди, с врачом, с билетами и вопросы решала. С началом лечения, на какое число. С тем, когда я приеду, как поддержать Кристину, чтобы ей было максимально легко, где жить, долго выясняли, чтобы Кристине не пришлось ходить в ее состоянии. Ребят, те, которые пишут неприятные комментарии, я не буду акцентировать на вас внимание. Если вам недостаточно внимания, пожалуйста, не нужно его привлекать плохими вещами. И все, пропустила все мимо. А у меня не то чтобы прокуренный голос, я очень много снимаюсь, ну, нет, я очень много разговариваю, потому что я с фондом помощи много решаю. Она сегодня столько говорила. И у меня нет голоса просто, у меня он сел. Во-первых, ты вчера понервничала, такое было, знаете. Но вчера шоу. Было шоу очень жесткое с Захаром, очень жесткое, вот. Вы знаете, это... Мама была просто за кулисами и видела. И я подумала, боже мой, это вот вам что-то доставляет удовольствие, а на самом деле эти дети, которые там, они столько выносят на своих плечах,
Не дай бог, вот так бывает. Мама чудо, я согласна абсолютно на 200%. Моя мама – это моя любовь, красавица вы. Да, мамочка, у меня звездочка, спасибо вам большое, родные. Тебя не ценят. Рома на поляне, да, говорит Сенка. Ты куришь, выпиваешь, нервничать нельзя, ты это брось. Да, мне нельзя. Я могу покурить с удовольствием кальян. Могу, Машенька, ты цветочек, спасибо, любимый. Могу выпить вина сухого. У меня нет зависимости, поэтому я могу делать все, что я хочу. А что было? Я не смотрела. Это будет через неделю ток-шоу в четверг, где я пришла и насмерть стояла за Захара. Будет безумно интересно. Во, ну ты когда будет ребенок? Ну, я думаю, когда что в четверг будет эфир с Захаром. Безумно интересно. И поверьте, такого... Наверное, такого давно не было эфира. Денежку на лечение. Слушай, мы закончили сбор средств. Сегодня утром меня потрясающая новость застигла. Ой, когда вообще, мне скажут, что собрали деньги, у меня начался прям вот чуть ли не нервный срыв от счастья. Но если ты хочешь, то можешь отправить деньги, потому что они все равно понадобятся. Конечно. Венера, маме... да, блич один тон у меня, но они цирконевые, они керамические. А, блохирука. А, насчет детей. Девочки, мальчики. Хочу давайте тоже, попробуем. Ой, спасибо, мамочка, хочу тоже как бы ответить на этот вопрос сразу. Во-первых, это некорректный вопрос. Скажу почему. Потому что Бог дает, только Бог знает, когда будут дети, да? И если вам так легче, и вы хотите, чтобы закрыли этот вопрос, у меня с этим проблемы. После того, что я болела, я не могу забеременеть. Что там у Оли с Ромой? Машуль, у нас в Нижнем Новгороде, что за центр? Я приеду, все расскажу, все покажу. Вот, Маша, я тоже хочу такие зубы. Ну, если ты хочешь, то, я думаю, ты обязательно сделаешь. Ангелина, тормози, в смысле, кто такая Ангелина? Просто не прочитала. Что за эфир? Эфир будет в следующий... В понедельник я буду на Доме 2 на приходе, и в четверг будет про Захара. Ну, жестко, я не хочу рассказывать, это очень жестко. Ну, не надо рассказывать, да. Вот. Будет не просто интересно, а безумно интересно. На Дом 2 вернешься, ребят, но я не могу сейчас вернуться, потому что я занимаюсь помощью людям, которым плохо. А на Доме 2 все-таки для меня, наверное, ну, это не мой уровень уже, в принципе, в плане того, что там нет развития и нет мужчины, за которого бы я могла выйти замуж. А для меня это в приоритете сейчас. Ждем эфиров про невроз. Да, прошу вас, со среды я лечу в Нижний Новгород, еду. Будут эфиры про невроз. Про... Я буду задавать интервью, в форме интервью вести прямые эфиры с врачом для людей, у которых нет возможности потратить денег и приехать. Я буду рассказывать. Этот человек вытаскивает людей из шизофрении, из анорексии, из неврозов, из деперсонализации, вообще из всех болезней, еще безмедикаментозно. Муж еще он говорил, что вот даже, знаете, такие люди есть, ну, начальники, вообще все, что вот они, даже если кто-то не мог общаться со своими подчиненными, или как он вот как-то так настраивал, ну, вел такие беседы. Потом человек налаживал отношения, и у него, ну, все налаживалось, все на производстве. Хорошо. Короче, родные, я выйду в эфир, и все интересующие вас вопросы буду задавать врачу. Умеешь ли готовить? Конечно, я умею. Конечно. Вот. Ты на природу езжай, маму под мышку. С удовольствием. Но завтра у меня концерт в клубе. В субботу у меня 3 важные съемки. В понедельник весь день съемки. Вторник день на сборы. В среду я уезжаю в Нижний Новгород. Заниматься благими делами. Да. Ольга, деточка, ты моя звездочка. Ты мне помогаешь, поддерживаешь мне мораль. Мне очень приятно. Знаю твою ситуацию, к сожалению, которая у тебя в жизни. Ты еще и сама ты не просто не озлобилась. Да, а да. Вот просто Оля... Оля, деточка, это потрясающий человек из Санкт-Петербурга, который живет с большой трагедией и при этом помогает людям. С огромной трагедией, с самой большой, но это не важно. Заикание – это невроз? Да, это невроз. Нет, может быть, у дочки, да, я знаю, я
проходила это у Голланда, я все узнаю. Нет, я не отбеливала зубы, это виниры цирконевые. Что ты не можешь настроиться, забыла как раз. Это депрессия. Это латентная депрессия у тебя, но я все буду, маму Оля зовут, показывать. Показывать и спрашивать у врача. Мам, ты не хочешь вообще? Как ты все успеешь? Честно, мне вот мама знает, я сейчас, сегодня был, к сожалению... Такой день, и вообще эти дни были жуткие. Вот вы когда спрашиваете, что она делает, у нее просто прям вот занимается и в телефоне, и отвечает на звонки, и столько всего. И вот ее... Это называется СММщик или кто? Вот Алена ее, Алена, она просто, они вот, знаете, столько дел делают, и у нее дети маленькие, и вот они все это успевают, и она, ну, я не знаю, как это все успеть, как они это все крутятся, непонятно мне. Где бровки делала? А брови-то мои. Это мои, я ничего не делала с ними. Вот. Я сейчас вообще без косметики абсолютно. Вы мне так Машенька, нравится? Ты высыпаешься? Ну, скажи вам честно, я вчера легла в 6, встала в 9. И вот сейчас она... И вот... Я просто, вот мама, скажи, как мы в магазин шли? Вот мы ходили в магазин сейчас, и она так медленно идет, и прям вот, знаете, а потом уже тоже еле ползем обратно. Когда будет эфир с врачом? Заявляю совершенно ответственно. В среду я уезжаю в Нижний Новгород. Надеюсь, что с Кристиной будет все в порядке, дай бог. Я начинаю эфиры. Для тех, у кого нет возможности приехать с гениальным врачом, вы можете зайти на его сайт golan.su. Это не реклама. Я сама лечилась. И я буду говорить. Умница, необыкновенная. И показывать вам тренинги, но на это нужно, я не знаю, как просто, мы же живем все в разных часовых поясах, ну кто-то там вообще, у нас разница большая, просто как-то с работы вам нужно будет тренинги, там будут проводиться заранее, могу анонсировать, если вам это интересно, вот, и они будут в районе часа-двух, чтобы вы понимали, что вы дома, я не буду отвечать, я буду только держать и показывать, то есть вот так вот. Он уникальный врач. Вот. Может быть, даже, знаете, сразу это и не понять. И только, ну, кто-то прямо вот сразу понимает, а кто-то не сразу. Но потом, вот человек, когда вот, самое главное, это, правда, саморазвитие, и когда он начинает развиваться, вот он дает специальную литературу читать людям, все, и потом доходит только. Я вам сразу скажу, когда мы с Машей ездили, может быть, она сразу и не все поняла, и потом... Это будет... Что делать с депрессией? Я сразу говорю, это меня Голланд научил избавляться от нее. Постоянные аутогенные тренировки. Я все покажу, все расскажу. Нужно будет этим заниматься, себя настраивать. Я буду сохранять эфиры с врачом, обещаю вам. Они будут долгие, по 3 часа, можете ночами слушать. А тебе хорошо без косметики. Спасибо большое. Просто я похудела, видите, немножко. Синяки под глазами сильные. Блин, сильные, мама. Провалились глаза. Ничего, нормальные глаза. Ничего у тебя не провалилось, все хорошо. Самая заветная мечта, наверное, чтобы... Ну, мама моя была жива-здорова. Родные, ну, и помогать людям, которым плохо. Вот. Наверное, родные, так. Чтобы все были рядом, близкие твои, Вова, родные. Все, чтобы все твои... Вов, ты такой тупой. Чтобы родные были все живы. Знаете, это все-таки очень важно. И вам всем здоровья. Потому что я вот смотрю иногда у себя, ну, кто там написал комментарий, я прям залезаю на этот сайт. У Марины с Ромой что нового? Мариночка с Ромой собираются жениться, я у них буду свидетельницей, и улетать. А Майя с Ромочкой тоже, блин, Майя с Лешенькой тоже женится в конце осени. И все хорошо. В конце осени? У моих друзей все хорошо. Все хорошо у моих друзей. Я очень рада. Оленька, деточка, мы тебя тоже очень любим. Мама была против больших губ. Мама всегда была против, но я их делала, потому что я была ёбнутая. Это вообще большое уродство, губы. Они портили мое лицо.
Но я благодарна маме, то, что она мне дала возможность до всего дойти самой и не насиловала меня ни в каких вопросах. Ты к маме неуважительно относишься. Ну, вам виднее. Да нет, хорошо она относится. Губы у меня свои сейчас. Ну что, Монтенегро, я была. Мамуля класс, мамочка, звезда мне. Назовите мне хоть одну маму и дочку, у которых не бывает каких-то конфликтов. У меня не бывает конфликтов. Маринка, ну, как там со свадьбой? Мы сразу прощаем друг друга. Мы никогда, не, есть бывает, люди не разговаривают сколько-то времени. У нас такого не бывает. Зачем ты об этом рассказываешь? Зачем? Что, мы никогда не разговариваем? Мы никогда не ругаемся. Ну да. Не надо врать. Ни разу мы с тобой за жизнь ни разу не поругались. За всю жизнь мы ни разу не поругались. Ты о чем говоришь? Был ли раз момент, чтобы я тебе за день не позвонила хотя бы 30 раз, мам? Это ужасно, да. Ты все время звонишь. Ну вот. Ты меня ругаешь. Почему не ответила сразу? Почему сразу не ответила? Я всегда, у меня вздык. Это невроз, на самом деле. Я могу маме звонить раз по 50. Как ты относишься к творчеству Бузовой? Спасибо за цветочки, красивые подсолнышки. Как я отношусь к творчеству Бузовой? Какому творчеству? Ну, если бы она вышла в Большой зал консерватории и сыграла концерт Чайковского, то я поставила бы оценку и оценила ее творчество. И много лайков. А поскольку она читает песни, которые ей пишут, я не могу как-то оценить творчество. До ума дошла, губы сдула. Да, ты лежала в клинике неврозов? Нет, не лежала. Ты классная, без силикона. Спасибо, родные. Мань, иди в баньки. Да, я уже сейчас иду спать. Вот. Просто... Не поняла. Изгиб и форма ресниц. Слушайте, у меня пост есть, где с бабочками. Там мой мастер указан. Она вам расскажет, какие реснички. Но они... У меня очень такие красивые. Мне вчера на Доме 2 все спросили, кстати, участники. А, он прям вот сразу... С Андреем общаетесь? Нет, с Андреем не общаемся совершенно. Почему решила брать филлер с губ? Потому что я решила больше к натуральности. Я решила помогать людям и подумала, что образ проститутки не очень подходит ко всему. И не совпадает с моим внутренним миром. То есть лицо не отражает моего внутреннего теплого мира. Поэтому я решила народ не вводить в заблуждение и не давать возможности подходить ко мне тем людям, которые ориентируются исключительно на блядство. Маша, можно ли от тревог избавиться? Вон написано без конечно. Голован говорит, тревоги, панические атаки, деперсонализации, шизофрения, навязчивые состояния. Ничего не лечится таблетками. Сегодня говорила с Голландом, где он сказал, что таблетки выписывают врачи для того, чтобы при шизофрении и при всем остальном, для того, чтобы давать справки потом в милицию, когда люди подыхают. Ничего не лечится с помощью таблеток. Ничего. Это седативные и транквилизирующие вещества, которые парализуют нервную систему. Когда ты перестаешь пить, у тебя мозг возбуждается в десятки раз больше, ты начинаешь себя чувствовать еще более больной. Зачем я тебе прочитала это? Дальше что там написано? Я не вижу ничего. Вообще, ой, спасибо. Цветочки, как красиво. Нет, антидепрессанты никогда не пила, и это миф, то, что они помогают. Они временно помогают. Хочешь на проект вернуться? Ну, как я буду помогать людям, если я туда вернусь? Рапа полечиться уговори. Нет, у нее другая крайность. Она считает себя великой, у нее мания и величие. Это уже... Другая крайность. Вот я сейчас смотрела кусочек проекта, где она маме говорит, отойди от меня подальше, а потом говорит, не кричи. Она вообще не кричала. Мама спокойно разговаривала так хорошо. Вообще я не поняла. У нее, видимо, что-то нервное послеродовой синдром. Маша, ты считаешь, губы не модно так делать? Я считаю, что нет. Нет. Нет, кому-то что-то не делать. Модно. Ну, чуть-чуть, если не может модно. Быть, кому-то можно. Ну, как бы это уже не модно, не актуально. Все звезды убирают губы. И максимально к естественности. Да, все натурально, естественно. Любимая передача или шоу? Мне очень нравятся «Экспаты» на YouTube. Я смотрю постоянно. Это вот
том, как люди переезжают в другие страны, у них берут интервью, типа, как вот живется. Я прям вот сажусь, смотрю за завтраком все время, особенно в выходные. Особенно мне очень... И еще мне нравятся так экспаты и вот про путешествия. Я могу уточнить. Сериал «Траст» очень нравится, вот я смотрела. Так, шоу «Танцы» очень нравится. О, шоу «Танцы» шикарное. Я там обожаю Денисову и вообще всех троих там их я люблю. Кочервей нужно подлечиться. Ну, кто это знает? Посоветуй фильм. Фильм. Ну, ты «Траст» советовала. Нет, сериал «Траст». Фильм «Мегалодон». Мне очень понравился с последних кинотеатре с Джейсоном Стэтхэмом. Мне нравится очень фильм «Достучаться до небес», «Пролетая над гнездом кукушки», «Побег из Шоушенка», любимый мой фильм с детства «Джейн Эйр», которым еще старые играют, который написала Шарлотта Бронте, саму книгу, но вот фильм «Джейн Эйр». Очень нравится мне фильм «Малена», очень нравится мне фильм «День сурка». Что-то очень нравится... Ну, как он там называется случайно конкретно? Случайно что-то... Ой, не понимаю. Много фильмов Ой, нравится. Сколько вы цветочков красивых присылаете нам, родные мои. Спасибо большое. Ты играешь на скрипке? Играю на скрипке. Тяжелый фильм, Джулиер. Ну, тяжелый, но мой самый любимый. Но он же замечательно заканчивается. Да нет, мне просто нравится он с точки зрения развития личности. И как... Человек сам себя может делать, и то, что сознание определяет бытие, и в любой ситуации можно вырасти человеком, главное не потерять себя и не озлобиться. Мама прекрасная, да. Написано «Бузова за Бородиной дружит», тебя спросили. Они просто работают вместе, это их работа. А на поляну когда? На поляну, не знаю. Машка, спасибо Что-то большое. Настасья Серова... Крутые фильмы, у нас вкус совпадает. Спасибо большое, мне очень приятно. Ты хочешь в солярий? Никогда не хожу в солярий, после того, что у меня подружка заболела раком кожи. Делаю искусственный загар исключительно у черники, и я отмечала. Случайно зашла в такие крутые, спасибо большое. Книгу начала писать? Да, начала, заходите, но я, к сожалению, ее постоянно прекращаю, спасибо, потому что сил нет никаких писать ее. А вот тебе сегодня еще просили. Я измотана морально, мне еще нужно сегодня статьи. Ее просили. Раба, она... к сожалению, пизданутая. На голову, полностью пизданутый человек. Нет, вы знаете что? И у нее ведь и мама хорошая, и Алена. И вот когда говорят, там воспитания не хватает, я не верю в это. У меня... Всем дают воспитание, просто саморазвития не хватает. Да, у меня не просто тема с анорексией заводит, это страшно. Из музыкантов, музыканты, из ныне живущих, да? Ну, из... Вот мне очень нравится, естественно, Березовский Борис, пианист, гениальный, сколько просто. Очень нравится Денис Мацуев, ну, такой он жестко, ну, как есть. Из скрипачей это Пелихас Перельман. Просто сразу не можешь вспомнить. Ну, кто еще сейчас? Ну, вот... Ну, как думаешь, говорила, кто заслужил квартиру на доме 2? Мне нравится из тех, кто находится только по-человечески. Марина с Ромой, потому что Марина моя подруга. Майя с Лешей, потому что Майя моя подруга. И на этом все. И Саймона я люблю. Все. Вот. Кстати, больше, больше Может, такие Саймон? Книги по психологии нет. Нет. Я сейчас скажу, самые, которые мне помогли, это «Покрас», «Невроз навязчивых состояний», книга первая, «Депрессия» и вторая, третья, «О чем молчат любимым» «Покраса», ну вот «Активная депрессия», «О чем молчат любимые» и «Невроз навязчивых состояний», и «Как найти свою стаю», книга Линдемана, также книга, да, книга «Я окей, ты окей» Харрисона. Ой, и да, «Трансактный вот анализ». Из грузинских знаменитостей кто нравится? Ну, кроме Гварцетели-то никого не знаю. Но у нее голос как-то покачивается. Но все равно она очень Но, наверное, хорошая, она талантливая. Харизматичная. Не перебивай маму постоянно. Из грузинских? Слушайте, Нани Бригвадзе, я знаю. И еще у них как Кикабидзе был. Шикарные вообще оба. Ну вот... Правда, не знаю.
А концертмейстер была у Нани Бригвадзе, такая пианистка. Она так аккомпанировала, вот чуть ли не лучше Нани Бригвадзе какой-то. Ну, я вот только что рассказала, какие книги советую прочесть, я могу пост целый написать. А лучше дождитесь, пожалуйста, я приеду к Голланду, и он вам из первых уст скажет все. Ты настоящий открытый, да, так и есть. На данный момент вес 155 килограмм, рост 1.70 м. Панические атаки не просто были, а я год не могла ходить вообще. У Марины с Ромой все прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Идиллия, любят друг друга. Все шикарно. Вы просто супер. Мам, скажи, пожалуйста, хоть одно слово, потому что так нельзя все-таки. Машенька, я думаю, ты интереснее людям, чем я, потому что и сказать ты можешь лучше и больше, чем я. Я вот с удовольствием тебя сама слушаю. Тебе что Бородина сказала? Салам алейкум, алейкум салам. Взгляд говорит, хочу спать. Да. От панических атак лечения я вам его у врача скажу. Маш, Саленко точно остался? Конечно, точно. Не переживайте. Его вернули. Вернули в понедельник. Да, вчера был такой, что лучше бы он не возвращался туда. Нет, нет, хорошо. Он выстоит. Мама супер. Всех наших грузинских лучших перечислила. Моя мама – это звезда. Конечно. Все, хватит. Конечно, всех лучших. Это еще не всех. Я еще там знаю. Кого-нибудь вспомню. А у врача буду спрашивать. А была еще актриса. Я у врача выйду в эфир. Буду задавать вопрос про панические атаки. Он будет советовать, давать сразу вам основные тезисы книги. И у него лечится со всего мира, чтобы вы понимали, к нему прилетал 9,5 недель. Кто играл? Быстрее, кто играл? Брюс, нет. Блядь. Джек Николсон, у него лечился Джек Николсон у Голланда. Разве? Да. Разве кто-то еще? И еще голливудские звезды к нему прилетали. Нет, Джек Николсон, кто-то другой. Ирина Шейк у него была, кажется. Маш, ну, короче, я вам все у него узнаю. Маш, вот ты не надо заранее говорить, а то ты наговоришь и не тех. Не надо. Ну, не может, я перепутала с кем-то? Да, перепутала, перепутала. Точно не знаешь, не говори. Нет, наверное, не Шейк. Короче, у него голливудские звезды. Нет, нет. Микки Рурк. Микки Рурк. Вот, он был вот, у него. Скорее все. Вот, Микки Рурк. Как от булимии избавилась? Я пишу книгу и напишу истории свои, просто не успеваю. Я сохраню эфиры все у врача. Маме огромного здоровья, береги ее. Как она бережет? Проявляет... Она бережет, она меня и держит тут на плаву. Конечно, бережет. От солярия у моей подруги рак кожи. От солярия. Фу-фу, не дай бог, не приведи Господь. Мам, я тебя что, не берегу, дочь? Бережет. Вы знаете, что я вам скажу? Машенька, ну не надо руки никому целовать. Вы знаете, если в солярии лампы меняют, говорят, если в солярии, вот вы должны узнавать, поменяли, когда, потому что у них есть срок годности. И вот если... Пить хочу. Чего хочешь пить? Пить, сейчас принести тебе попить. Там кофе у меня остался. Кофе нельзя на ночь. С мужем вообще, Маша, ты бухая, нет? Да нет, конечно. К сожалению. Она так, она устала очень. Я просто. Устала очень. Да, спокойной ночи, родной. Мне что-то плохо совсем. Устал очень, очень устал. Маш, спать надо, потому что... Помнишь, Маш, мамулька еще лучше, и респект, да. Мама у меня самая звезда, я ее люблю больше всех на свете. Ну, водички тебе, попей. Ты прикалываешься? Что с тобой, мамуль? А кофе где? Это все... Это все. Со штрихом что? Отжигает он в своем клубе, тусуется, бухает с утра до ночи. У него все прекрасно. Ой, привет. Первый раз пишу. Сама из Самары. Только переехала в Москву. Знаю лично Кристину. Давно ее не видела. Была приятно увидеть, что она родила. Одноклассница моего брата. Супер, да, она родила. Кристина родила. А кофе нет? Ты вылила? Кофе я вылила, и вы молчишь. Маша. Шутишь? Нет, правду говорю. Честно сказала, честно. Вот правду тебе говорю, правду.
И ничего, кроме правды. Клянусь говорить только правду, и ничего, кроме правды. Все, идите спать. Маша, у вас своя квартира? Да, своя. Ну, так, вот это я беру, все. Себе. Мам, что ты, ты что, уходишь? Нет, положись. Просто. Не уходи, пожалуйста. Ты попросила водичку? Нет, подруга, к сожалению, вылечилась. Нет, нет. Там без вариантов. Маша, ты живешь в Москве? Да. Маша, что там Ариана лезет к Лёше? Я сама недовольна этим. С кем общаешься с Дома 2? С Мариночкой, с Маечкой, с Саймоном, с Захаром, с Никитой Шелюковым. Но самое близкое — это Марина моя. Ты самая красивая. Спасибо большое. Особенно сейчас, конечно, без косметики. Мань, сколько ляльки уже? Мама, сколько Сереже лет? Ой, месяца. Блин, держись, пожалуйста. Я прочитала про твою маму, это ад. Ну ты там что я сделала, оставила? Ну ты там... Что ты... Ну ты там играешь? Чё? Не поняла вообще, что вы написали. Открытая девушка, без косметики лучше. Спасибо большое. Я пыталась вникнуть в сообщение, которое мне написали, но я не смогла вникнуть. Манька красотка, спасибо большое. Не услышала, сколько? 7 месяцев, по-моему, я не знаю. Я не считала. Посоветуй, стоит ли ресницы делать, если сплю лицом... Я только... Значит, ребят, я открываю секрет. Я ни разу в жизни, ну вот после аварии, не сплю без покрывала на лице. То есть это либо майка, либо свитер. И у меня при этом ресницы. Или я сплю либо подушка лицом, и если наверх, то всегда у меня накрыто лицо. Поэтому ресницы обязательно делай. Объем делай двойной, тройной, и не очень длинный, шикарно будет. Я работаю, конечно. Сэм Спинчук, да, Саймон с Ирочкой, у них все шикарно, я за них очень рада. Тебе тоже... ты тоже спишь, да? Ну, все здорово. Маня, да, и Саймон с Ирой пары. Я тоже в маске сплю. Маш, а Никита ушел с проекта? Нет. Сколько она... Я не смогла ей дать столько внимания, сколько она служила. Ну, не... я тебе советую себя не винить, потому что это самое плохое. Твоя мамочка смотрит на тебя, она твой ангел, она всегда с тобой рядом, вы все равно с ней встретитесь. Вот. Как же Шеляков? Ну, Шеляков один. Фрост, ну, думаю, не вернется на проект. Марина выходит замуж за Рома? Да, выходит. Я вас рада, выходит замуж. Я свидетельница на свадьбе. Все шикарно, все четко. Так что не переживайте. Все как положено. Марина, когда выходит замуж? В конце осени? Ноябрь-декабрь где-то. Ты очень крутая. Спасибо, мои родные. Я к вам вот выхожу по возможности в эфиры, потому что я безумно скучаю, когда у меня нет с вами прямых эфиров. Я потому что на проект обратно не хочешь. Хочу, но, блин, у меня сейчас нет возможности, потому что много очень работы. А проект я обожаю, Дом 2. И считаю, что это одни из самых лучших моментов в моей жизни. Ресничек на месяц хватает спокойно. Нормально дождь будет. Спокойной ночи. Маш, когда ты выйдешь замуж? Ребят, ну вот как можно задавать такие вопросы? Ну вот как? Что касается детей и замужества, это те факторы, которые от меня не зависят. От меня зависит карьера, деньги, здоровье, по возможности здоровье моей мамы. Все. Остальное от меня не зависит. А вы знаете, что? И здоровье людей, которым я могу помочь. А замуж... Ну, наверное, давайте будем честными. Мало какой мужчина меня потянет морально. Вот. Поэтому тяжело мне. У меня запросы большие в плане того, какой мужчина должен быть рядом со мной. Я не буду с любым. Мне нужен очень умный.
очень глубокий, состоявшийся морально. И вообще щедрый, хороший чувак. Мы очень желаем хорошего мужчину. Спасибо. Короче, Маш выйдет замуж завтра и родит тоже завтра. Да, да, да. Уже вышла сегодня, родила сегодня. Маш, Марина меня безумно любит. Это я честно говорю. Это вот без преувеличения любит. И прям очень сильно. Писали, что Сулейман Керимов. Это кто? Это Сулейман Керимов. Ну? Ну как же? Ну кто? Давай. Ну сейчас сразу. Ну вот давай, вам блесни, я буду брать. Так, ладно. Может, это твои зубы? Нет. Это керам... Блин, циркониевые виниры. А что, мы должны его знать? Наверное, не знаю. Слушайте, Маш, если какой-нибудь президент, мы только своего знаем. Как чувствуешь себя после аварии? Плохо. Плохо. Страшная авария была. После нее, кстати, деперсонализация-то началась. Для тех, кто, кому было интересно. Маш, ты можешь выкладывать? Да, я могу выкладывать. Мне шею прижала. Чао, чао. Давай, моя родная, иди спать. Лето, фан, иди. Нефтяной олигарх. А, ну, или так. Сулейман. Ну, это ты мне предложил его? Он же, наверное, уже женатый в возрасте. А я хочу... Не... Я хочу мужчину. Привет из Казахстана, и вам привет. И очень красиво все присылаете нам. Сердечко. Анжи был его. Все, поняла. Анжи, это понятно. Это клуб Анжи. Ага. Футбольный, да, по-моему? Привет от многодетной мамы. Привет. Как приятно, что многодетная мама пишет хорошие вещи. Да, передает привет. Только уложила всех. И на секунду. Авария была очень страшная. Ну, не надо вспоминать аварию. Не хочу вспоминать. Я после нее... Не надо, не я могла сказала. Спать. Это страшный момент совершенно моей жизни. Была зима. Маш, ну не надо. Сегодня пятница, ты не тусишь? Нет, я вообще не тушу, не тусуюсь. Я этим не занимаюсь. Я занимаюсь благотворительными делами. Я занимаюсь скрипкой. Нет, она любит, я конечно, занимаюсь, но хочется тоже иногда оторваться. Всем хочется. Поплясать. Нет, ну если хочу бухнуть, пойду, конечно, в клуб да, куда-нибудь. Пойдет, конечно. Могу. Давай возвращайся. Привет, привет, привет. Маш, ты домашняя, молодец, да. А вы знаете, ведь дети говорят, когда вот дети, они выбирают сразу или улицу, или дом. И вот как-то у нас Маша выбрала дом. Какие планы на завтра с мамой? Утром у меня окраска волос в 11, потом у меня две съемки, а потом выступление в клубе. А у меня работа. Турция, привет. Когда была в церкви последний раз? Да и даже не помню, когда я была в церкви. Домашний, как и кто? Ты красивый, как всегда. Спасибо большое. Вы понимаете, вера, она заключается не в походах в церковь. Я могу пойти к человеку, который мой духовный наставник, но я считаю, что можно ходить в церковь. При этом многие, знаете, кто убивает, приходят, там просят прощения, им говорят, да, отпускаем грехи. Да лучше просто верить в Бога и внутри себя молиться. И даже не обязательно ходить в церковь. Вот и все. А некоторые приходят, ставят свечки просто типа для того, чтобы прийти. Это бред. Гриценко на поляне. А я его сейчас видела. А ты видела вчера Гриценко? А? Видела вчера его? Нет, его вчера не было. А чего? Ну, не знаю. У мамы... Че, у Марины мама ее позорит. Ну... Да не надо. Я не берусь никого судить. Никто никого не позорит. Да нет, я никого не берусь судить. Мама есть мама. Ну, позорит и позорит, пофиг. Я считаю, что за матерей... Мне вот за мою никогда не стыдно не было, она гениальная. Чего бы не сделала я? Она ничего... Как бы не похулиганила. Она не может, она настолько корректная, настолько потрясающая. Нет, похулиганить могу. Просто заслуженная артистка России. Маш, ну просто 45 лет проработала в театре, закончила аспирантуру Московской консерватории. Академии Гнесинской. Академии Гнесинской. Почему расстались с Андреем? Потому что он дурак. Ну, в плане отношений. Ну, Маш... Ну зачем ты слово такое? Да нет, я имею в виду, он очень хороший. Да, но хорошо. Он просто любит тусить. И все. Ему отношения не нужны. А так была бы с ним. А, это платье, Олеговочка. Мама супер. С папой общаешься? Да. Да. А, вот так. О, дом 2 закончился. Про церковь полностью согласна, конечно. Папа меня любит, помогает, конечно. Вот.
Он меня любит. Любимые цветы — ромашки белые. Мама, у тебя какие любимые цветы? Подсолнухи. А как ты знаешь? Ну ты что, такая страшная у меня? Маш, ты Боба, скажи, пожалуйста, хорошую тоналку. Давайте открою секрет. После того, как у меня все своровали, я пользуюсь тоналкой за 400 рублей. Любимое что произведение? А платье какое любимое произведение? Платье в Индии купила на Гуа. Маш, любимое произведение? Чего какое я не видела? Твое? У меня классно вас смотреть, так трогательно. Какое любимое произведение? С Мариной не просто общаюсь, я с ней дружу постоянно. Созваниваюсь, списываюсь, встречаемся в любой, в самый... Вообще, когда я отпускаю, даже на полчаса она летит ко мне. И мы с ней просто общаемся, болтаем обо всем. Нравится ли Рома Оле? Думаю, нет. Это чисто пиар-стори. Какое любимое произведение? В смысле, литературное? Или струнная. Любимый писатель. Ой, слушайте. Даже вспомнить не могу. Ну, кто? Ну, Пушкин. Потрясающий, да. Светлейший. Просто гениальный. Евгений Онегин. Это же Пушкин? Опера. Кто написал? Пушкин. Кто оперу написал? Кто написал? Чайковский. Чайковский. Вот, Евгений Онегин, а потом гениальный. А потом скрипичный какой-то любишь произведение. Кто еще? Пушкин гениальный. Лермонтов гениальный. Ну, истории нашего времени, даже просто умереть. Герои нашего времени. Герои, ой, истории, герои нашего времени. А, Толстой, «Война и мир». Ой, Маш, ну ты прям перебираешь, прям как будто ты «Войну и мир» так любишь. Я все читала ее. Ну, читала. Она же потрясающая. Ну, я вот не могла дочитать. Гоголь! Это ж просто умереть. Вот «Войну и мир» я не дочитала, не могла. Нет, читала, но не помню. Да. Любимый предмет в школе, естественно, это его не было. А ты любила физику? Ладно, я любила. У меня любовь в школе была в первую очередь, наверное, к педагогам, а уже потом через педагога любила предмет. Вот почему важно, чтобы хорошие педагоги работали. Времена Вивальди сыграю. Хорошо. Кадо не нравится? Нет, конечно. Уже не нравится. А что там написано? Муж не хотел тебя вернуть? Конечно, хотел, потому что он понял, что таких, как я, нет больше. Потому что я его любила просто вопреки всему. И не нужны были ни деньги, ничего. Сейчас, к сожалению, все покупается и продается, особенно в Москве. Фильм посмотри. В каком возрасте у тебя была первая любовь? Так. Первая к мужу 17 лет. В детстве сказку любила больше всех. Я, наверное... не читала. Мне никто не читал сказок. Вот. Я смотрела фильм, мой любимый, наверное, был детский. Это «Алиса в стране чудес», «Красавица и чудовище», «Золушка». А вообще, я жила на сериалах «Санта-Барбара». До сих пор помню режиссеров Бриджил Добсон, Джерал Добсон. Вот. «Селеста» смотрела с бабушкой. Вы все понимаете, да? «Мама в Нижней с тобой поедет». К сожалению, она не может, но она мечтала, потому что у Голланда она была неделю, и я знаю, что если бы она увидела, она бы рыдала. А я же с ней тогда поехала, с Машей. И Голланд, ну, величайший человек. А, веришь ли ты в загробную жизнь? Верю. Верю. Ой, Господи. Ну, просто Господи. Знаете почему? Потому что так легче жить, наверное. Потому что очень страшно осознавать, что все заканчивается навсегда. Это самое страшное. И мне безумно страшно потерять близких людей до сумасшествия. Веришь ли ты в предметы и суеверия? Нет, это невроз, верить в предметы и суеверия. А мне приключения электроника. Почему у мамы что? Твой первый парень на проекте. Первый это был кто? Рома Гриценко? А, Узел первый. Потом Рома Гриценко и Штрих. А, то же самое. Передай... Маме привет, она симпапулька. Мамочка, ты симпапулька. Поняла? Да. Вот и все. Привет. Ой, страшилище. Какая-то страшная. Тентартила. Да, мама работает в хоровой академии. Ну, я тебе сказала, не важно. Попова. Я и еще пианистка. Она преподает в музыкальной школе деткам. Так что можете, кстати, к ней обращаться. Она вам даст уроки игры на фортепиано. Пишите ей в директ. Она потрясающе преподает. А Питер Пен. О, Питер Пен! А это любимый. Фи, я обожала! Ой! Точно, хочу пересмотреть. Ну, пересмотри. А, душа вечная. Да, дочерик. Спасибо, родная. Ага. Нет, такую школу не знаю. Какую? А, где сейчас вы дома? У себя. Рома со звездой в голове. Все, кто на проекте, к сожалению, все думают, что они звезды. А потом выходят они пёзды. Но на самом деле...
просто ужас. Дикий ангел смотрел с Натальей. Таня Моно. Ла-на-на-на. Я тебе не разрешаю. Соседи. Ты меня всю жизнь гасишь, Маш, затыкаешь доченьку. Я не гашу. Доченьку затыкаешь всю жизнь. Второй час ночи. Чего ж ты орешь-то? План на завтра. 3 съемки и выступление в ночном клубе. Кто придет из вас ко мне в ночной клуб? Ну скажите. Кто придет ко мне в ночной клуб на выступление? Просто Должинский стоит. Нет, мюзик-холли в Строгино не была. Это где? Нет, квартира своя. Любимый фильм. Кстати, «Зеленая миля» очень нравится. Клуб люблю больше всего, наверное... Времена года. Я на все вопросы отвечаю. В Строгинской гавани. А, ну это Строгинская гавань. Была. Это, нет, может там... Это, знаешь, Киев там... обязательно прилечу. Крещатик ваш, Софийский собор. Киев обожаю. Блин, у меня такие впечатления от Киева до сих пор офигенные. А в кафе у танка была? Нет, не была. А, в кафе у танка я недавно разговаривала, шла поздно ночью с соседом одним. Он шел, они там устраивают пивные вечеринки все время в субботу. Мам, у меня такой живот стал огромный. Ну, ладно выдумывать. Просто я свинья стала. Маш, не говори так никогда. Никогда так не говори. Все, ребят. Была в Грузии, советую посетить. В Грузию мечтаю. Мечтаю просто. Все, никак не успеваю. Лобода нравится? Нравится. Харизматичная очень. В Нижнем была, я там лечилась, и приезжаю в среду в Нижний Новгород. Ждите. Темникова нет, не нравится. Считаешь чистым? У нас в Беларуси... Ну, блин, для меня темноватый город. Какой-то весь был. Не знаю. С погодой не повезло. Погода просто. Знаешь? Но в целом хороший, чистый город. Такой уютный для семейных пар. Грозный мечтаю посетить. Мечтаю. У меня сейчас там была тетя в восторге. Она приехала в восторге, в полном. От Грозного. В полном восторге. Руки вверх нравится группу. Как тебе ситуация Ябы? Сегодня что-то плохое. Слушайте, сказала бы я про Ябу. Ну, он не клоун надо. Просто. Он просто клоун. А может, правда переживал? Блять, просто взял 20-летнюю девку, извини, мозги пропудрил, бросил и сидит с другой, трахается на острове, на ее глазах и слезы пускает, как клоун. Маш, ну все, тихо. Не извините, пожалуйста, не выдержала. Ну, это реально, я просто таких мужиков не хочу даже комментировать. Ладно, все, ребят, я спать ложусь. Я вас всех люблю очень. Вот. К Шеве хорошо отношусь. Мама супер твоя, да, спасибо. Все, давай, мы тоже спать. Всех люблю, всех целую. Хотела быть ведущей на Доме 2, но думаю, что я могла бы дать пару глубоких, умных советов. Да, все, с Богом. До завтра.